Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Crow. Да, и сегодня мы продолжаем такую замечательную серию игр, как Ведьмак Дикая Охота 3. Да. Ну, вроде все поднастроил, давайте потихонечку начинать. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась Дикая Охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Всех приветствую, да. Вот, потихонечку начинаем. Остановились мы в прошлый раз на чем? Мы победили какого-то там условного босса Дикой Охоты. Там прошли через портал, выбрались из пещеры. Да. И вот прям на входе в этой пещере закончили. Так. Привет, Надами, да. Еще раз всех приветствую. Наливайте чаечек, доставайте печеньки. У нас тут продолжительное и довольно-таки комичное продолжение Ведьмака. Так, надо вспомнить, как играть вообще в него. Это легкая, тяжелая атака, курок. Играем мы без интерфейса, соответственно. Максимальный реализм подключен. Так, арды все вот эти понятно. Давайте помедитируем, значится. Восстановим все свои зелья, бабахи и просто веселые всякие штучки. Сохранимся. И вот тут я приметил одну интересную особу, знаете ли. Прям очень красивую. Так. Ну, погнали. Что, драться расхотелось? Так, так, так. Вспомнить ее мувсеты желательного. Ты что, с микро сделал? Или опять новый купил? Нет, микро все тот же самый. Что-то со звуком? Возможно. Сейчас перепроверим. Ай-яй-яй. Да нет, вроде все хорошо с ним. Да. Вроде с ним все хорошо. Есть какие-то неприятные звуки или что-то подобное? Вы пишите, говорите, будем исправлять. Я о том, что звук чуть лучше. Или ты просто говоришь громче? А, скорее просто говорю громче, да. Да-да-да. Да что же она этим пометом в нас этот без конца и края-то попадает. Сегодня у нас, знаете ли, была подготовка к выпускному. Угу. Сегодня мы репетировали в актовом зале. Вот, возможно, мой тембр с того времени немножечко остался тем же.
Ну, тогда рассказывай, чего ты такой довольный. Ну, как довольный? Просто довольно-таки неплохо провел время в компании как красивых барышень, так и довольно-таки обаятельных мужчин. Да. Там мы порепетировали всякие благодарственные учителям слова. Потом, что у нас на гитарке поиграли. Я сам, ну, конечно, не особо знаток, знаю так, азы самые минимальные. Вот. И что потом? Потом что? Собрались, значит, знаете куда? В боулинг. У меня опыта в этой сфере довольно-таки много, так что тут меня, как думаю, тоже ждет успех. Да ё-моё, этот вечное. Так, сейчас эту кикимору болотную зарежем, продолжу свою мысль. А тут на максимальной концентрации что-то сложновато немного. Блин. Я да все это время использовал, знаете, что это затуманивание разума. Не тот тупо знак использовали. Так, по здоровью у нас все хорошо. Ну пока. Вот даже не знаю, как выразиться. По их аиму. Он какой-то бешеный. Да ты издеваешься, я ж в КВН точно попадаю. А, все, да. Боулинг, достаточно интересное времяпрепровождение. Согласен. Особенно, когда туда еще припечатывается какое-нибудь подобие бильярда. Так вообще тема. Да. Там прям математические расчеты в бильярде необходимы. Угол отражения, угол всего этого самого. Так, сохраниться, да, обязательно нам надо. Еще такую интересную тему приготовили, получается, для наших преподавателей, ну, как для наших самых лучших, в самом сердечке людей. Там цветочки приготовили. В плане еще подарка десерт, ну, типа тортика такого на группу преподавателей сделали. А мы залазить-то будем, нет? А, вот все. Да. Там со сгущенкой, он с ягодками какой-то такой. Должен быть вкусный. Торт. Теперь сладкого захотелось. На даме, в принципе, я сегодня такой утром в больничку ходил, кровь сдавал. И, соответственно, перед анализами, ну, кушать нельзя.
И, соответственно, что? Сразу после анализов я поехал в колледж. И часов до 2-3 где-то там время проводил. Без покушаться. И вот буквально где-то в 4 часа я пришел, покушал. Такой думаю, надо бы немножечко отдохнуть. Стрим вот запустил. Ближе к 5 часам. И вроде зашибись все даже. А перед тем, как вообще я попал домой, ужасно хотелось шавухи. Вот не знаю, мне рассказали, что там какая-то килограммовая шавуха продается прям. Ёпарасоте. И вот у меня Что, небольшая драться мания по расхотелось? этому поводу образовалась. А можно, пожалуйста, поменьше? Поменьше этих трупоедов. Вон там с красненьким гребешком какой-то есть чел. О, все. Да ты издеваешься. А, он нас не видит. Прикол. И сломали. Получается, у них тут есть зона агро. Угу. Вообще сломанная. Они не видят нас буквально на своей границе. А ты, однако, ненасытный. Хотя бы кто бы о ненасытности говорил еще. Но у меня есть прозвище. Такое своеобразненькое. Люблю покушать, да, вкусненько. Что у меня бездонный желудок. Ну а что в удовольствиях ты в себе этот... И так, блин, живем очень, уже иногда бывает грустненько на душе. А еда неотъемлемая часть нашей радости. Здорово, вот, кстати, да, я что-то в этот пропустил. Приветствие, заговорился тут. Да, приветствую. Нашли какую-то записочку мою. Место сокровищ, наверное, какое-то, да? Островок с руинами здания или моста, построенного из красного кирпича. На острове остались следы лагеря. Нужно спуститься под воду, где видны остатки строения, среди которых и находится сундук. Интересно. Так. Сейчас сохранимся. Побудем в роли водолазов. Да. У нас даже эхолокатор есть. Кошачий глаз. Пока вроде ничего не видно, никаких сундуков и всего их подобного. Ремонтный набор, уголь, чертеж. Вот не знаю, будем мы этим крафтом всем заниматься? Ну, просто нам накидывают на вентилятор. Всякого разного.
нужный сет собрать, а все остальное это как бы и прибудет в других случаях и поисках всяких сокровищ. Дают, бери. Бьют, беги. Хорошая, да. Хорошая фраза. Штаны лучше наших. Это вообще отлично. Ну, вроде бы. А, вот и сундук, кстати. Угу. Там что, и... Улучшенный доспех школы волка? Утопцы, кстати. Блин, мой АИМ тут под водой без прицела. Ох. Попали. А чё они не помирают? Я не понял. Я как по... ППП разбирался в механиках. Противники. Как и мы сами должны умирать с первого выстрела. Под водой. Почему они живут слишком уж долго? Да блин, а как неудобно стрелять-то. Ну, и куда вы попрятались? О, один всплыл пузом кверху. А, с него даже полутаться нельзя. Ну, такое себе. Не-не-не-не-не, все, хорош. Мы всплываем. Подводная лодка, люк 3 открыть. Мы еще условно можем задохнуться просто без индикатора нашего уровня дыхания. Блин, вообще точно попадаю, а... Немножечко баллистика мешает. Ну и движение противник. Раз, все. Последний готов. Кстати, да, вступайте в группу Дискорда. Да. Хотел сообщить, что в описании канала есть ссылочка на Discord сервер. Там у нас проводятся веселые такие опросики различные. Потом анекдоты, да, без этого никуда. С философским подтекстом. Что еще хотел сказать? Так. Пока там ничего не проводится. Тихо, тихо. Там будет осуществляться все в будущем. Ну давай, всплывай ты, что?
Все хорошо. Самое главное не задохнуться. Вот именно. Тут без уровня дыхания непонятно немножечко. Так. У нас еще целая куча непаханных заданий, что предстоит сделать. Ну давай, давай. Па-па-па-па-па-па. Плывем куда? А мы где? Мы здесь. Нашли сокровища. Были вот здесь. А тут у нас камень силы использованный, да, сокровища. Это типа подземелье нам условное показывает. Ну давайте заедем вот сюда, посмотрим, что на доске объявлений нам скажут. А, мы ж без компаса, точно. У нас же нету компаса. А почему нам все... Почему туда-то показывает? Поплывем, значит, сейчас до доски объявлений. Посмотрим, что есть в этой деревне. Обыграем беднягу-торгаша в гвинт. Как же начало серии стрима и без гвинта. Посмотрим, что у нас по заданиям в принципе. Да, вот дальше тупо прямо нам плыть. Не хватает тоже какой-нибудь такой музычки, прям мореходной, такой прям заставляющей загореться. А тут что у нас? Лагерь бандитов каких-то условных? Дай. Не помню, не помню, чтобы мы тут были. Но мне казалось, что мы исследовали какой-то подобный архипелаг, часть архипелага. Ладно. Полетели дальше. Все, приплыли. Ну ты что ж, Геральт, ты ж сверхчеловек. Почему ты не можешь запрыгнуть на самую обычную скальную поверхность? Во, все, хорошо. А, это просто верстак для улучшения доспехов, понятно. Полутаемся.
Так. Не-не-не, мне вот интересно, что написано на данной бумаге. Приказом коменданта лагеря Нильфгардской группы армии «Центр» жителям деревни предписано явиться для несения трудовой повинности. А. Бедных крестьян тут прям заставляют работать на Нильфгард. Похоже, дождь собирается. Прикинь. Раз. Олени бегают. Суетится, суетится мир. Так, а нам вот сюда, да? Слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Не люди. Так где эта штука-то? Получается, чуть-чуть вперед пройти и увидим. А вот. Да, незаметная. Колыбельная. Закрой уши, лес послушай, коли знак есть, будет тебе честь. Интересно, это нильфгардцы пишут, гусыня перестала нестись, но это не к нам. Предупреждение. Заказ пропавшей солдаты. Угу. И еще заказ тут, точнее, рассуждение по поводу какого-то суда или просто разделения чего-то там. Мирные жители. Так, давайте посмотрим по заданиям, что у нас имеется. Семейные дела. Исследовать зацепки веления и найти жену барона. Жена барона находится где-то в болотах, соответственно. Угу. Отыскать ведьм. Давайте вот попробуем, может, скомбинировать как-то эти два задания. Может, на одном и том же болоте все находится. А я тут не вижу... А, вот есть знак, да? Сейчас попробуем тэпнуться, быстренько пройдем там по местности. Ведьмаки, как и чародейки, бесплодны. Вот инфа. Идем вниз вдоль дороги. Угу, то есть нам даже никуда отходить-то и не надо. Правильно идем? Нет, неправильно. Нам в обратную.
Кружка. Бежим, бежим. Ничего интересного на пути не видно. Ну, кроме мертвого оленя, следов. Вот же туша. Это мы еще не добежали, а нашли какую-то интерактивную доп-миссию. Монстр перебил целую стаю. Монстр перебил Нет, целую я понял. Стаю. Плутать их, к сожалению, нельзя. Так, давайте сохранимся. Я в первый раз просто вижу вот такую вот. Прям просто ни с того ни с сего миссию взявшуюся. Проверим, как тут происходит все это. Он оставил порядочный мех, и когда терся о ствол, запах все еще держится. А, условно, условно, если рассуждать, это какой-то вервульф, или как их там называют, создания, которые оборачиваются в полнолуние, ночами. Это что, это целая груда помета, что ли? Воняет, как говно беса. Да, старая и засохшая. Видно, тварь тут была довольно давно. И вот непонятненько, как попасть Воняет, туда. Воняет, как говно беса. Да, старая и засохшая. Это понятно. Было довольно давно. Нам надо попасть в пещеру. Ведьмак у нас летать не умеет, левитации не обладает. Надо как-то исхитриться и попасть. Да, блин. Неудачно получилось. А, масла можно прям так наливать. Интересно. Не надо в инвентарь залазить. Так, значит, что? Помедитируем. Восполним нам нужные так ласточки. И будет счастье. Условный вход. Даже не представляю. Может, под водой? Придется найти другой путь. Так я понимаю.
Это я понимаю, что другой путь нам нужен. Вот там прям куча лутецкого. Может как-то типа... А, все, нашли. Да. Прям такой спуск незаметный для обычного обывателя. От норок. Ё-моё, это что такое? Погиб недавно. Интересно, кто его так отделал? Еще зацепка, следы. Для беса слишком маленькие. На копыта похоже. Родовит пятый, суровый, трудная дорога к цели. Владыка Реданий, король Родовит, призванный суровым. Ага, тут о династической этой всей дребедени нам рассказывают, как он жил, поживал и воспитывался. С того момента, как он зашел на трон, Родовит проявил себя как властитель амбициозный и вспыльчивый. Его решениями часто управляют страсти. Будучи униженным в детстве чародейкой Филиппой Эльхарт, он пылает ненавистью ко всем магам. Понятно, понятно, почему он создал вот этот культ солнца, весь следы лап. Инквизиторов солнца. И почему они охотятся на всех этих магиеобразующих существах. Тут такое гнездышко прям. Оба потеряли много крови. И условно, что мы решили? Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Это должно быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Черт с бесом не поделили территорию. Придется его приманить. Ну, звучит как-то смешно. Заказ могильщика лишачий. И к чему бы это нам задание дали? Выиграть уникальную карту прорицателя? Ладно. Пошлите дальше по заданию, там, думаю, сориентируемся. Ну, как я помню, бесы, создания довольно-таки проблематичные. Они большие, во-первых, да.
И какие-то у них мувсеты там неприятненькие бывают. Не пробежали бы. А, нет, бежим дальше, получается, да, направо. Свернем. И выйдем на главную дорогу. Угу. Вдруг резко завибрировал геймпад. К чему бы? Либо какая-то секретка рядом. Либо, может, какой-то мощный противник. В принципе. Ну давай, давай, перелази. Сушеная рыба. Вообще кайф. Спиртяги у нас прям хоть в ванну заливай. И сушеная рыба нам нужна. А вообще, что у нас по оружию? Деитвен. А по урону что? А, ну по урону не так уже и сильно, да? Шанс вызвать отравление. Доп. Опыт за смертельный удар по чудовищу. А тут у нас 3 свободных слота будет. Угу. Ну давайте поставим, посмотрим, как оно работает. Починим орудие наше и пойдем исследовать дальше. А, человек повешенный, уже высушенный. Не с места. А то тебя даже не увидел их. А мечи-то доставать будем, нет, Геральт? Геральт! Чё по магии? Ну давай. Ух! Вообще прям... красиво получилось. Отрубание башки. У нас даже, как я помню, есть грифон. Типа на тему, что почаще расчлененка будет происходить в битвах. Так, выпьем ласточку. Закинемся водичкой. И дальше по заданию. Сдохни! Ну ты куда, Геральт, целишься-то? Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, у нас интоксикация. Да вы издеваетесь?
Ассасины-то. С людьми столько проблем не было, сколько с вами. Бляха-муха. Неудобно получилось. Замотать всех людишек. А на волках застопорится. А кроме интоксикации, мы еще и на грани жизни и смерти. Угу. Истинно так. Так, получается, что... Раз, накинули. Ну, а меч доставать? Ну, сколько мне еще ждать? Раз, раз, раз. Раз. Ух, еще одно добивали, такое же красивое. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, ух, ух. Приближено-то как. Угу. Сохранимся. И, в принципе, мы, как я понимаю... Да, вот, практически у миссии. А, у нас же против интоксикации какое-то зелье есть, да? Нет, не это, не это. Белый мед называется. Надо бы запомнить. Так, а где волки? Волков нету, хорошо. Мостик такой над журчащим этим самым родничком. Изумрудная пыль. Так, спускаемся, и мы у цели. Будем искать, как их самых ведьм, с каких-то кривоухих топей. Ну, выглядит немножечко страшно. Фу. Пряник полный личинок. Ну или состоящий из личинок. Тут как воспринимать? Это что? Типа... Не, не взаимодействует никак. Что-то булькает, трещит. Ой, это на маки похоже, очень красивое растение. По миссии, идти по сладкой тропинке, используя ведьмачье чутье. Так и идем. А если сжечь попробовать? Нет, не сжигается.
Там какой-то интересный предмет лежит. Ага. Не зря же он лежит, его охраняют. Так, минус один. Хорош. Ух, минус башка. По факту, если ты борешься с нечистью, так логически подумать, то в любом случае надо бошку отрезать у существ. Потому что, ну вообще фиг знаешь, они восстановятся после такого, нет? Все, хорош. Раскатали этих утопцев. Полутаемся с них. Ну попробуй еще ее отруби. Ну вот ты посмотри. Вот прям по половине тела разрубаем. По диагонали условно. Там это ж сколько костей мы собираем. Это капец. Велинский меч. Вон ядовитые какие-то газы у нас. Вообще. Это что за создание-то? Аж язык заплетается. Типа хозяйка болот, что ли? А ужас. Вороны бессмертные. Но не будем отвлекаться от основной нашей цели. Пойдем по этой тропинке. Вон там столбы дыма прям разгораются. Костры, видимо. Угу. Да, деревень какая-то. Блин, столько вопросов и ни одного ответа. Вообще, что происходит? Она съела кусок мяса, он ее убил. Кто? И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Считалочка. Всего лишь детская считалочка. Ага. Ты кто? Иди отсюда! Я ищу ведьму. Я ищу ведьму с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка. Бабушка сказала это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? А вас не смущает, что вы посреди болота и живете? Что вы делаете на болотах? Что вот вы именно. Вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Грустно, да. На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? Девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Как и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто?
Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, и Васик? Это что за разговоры? А вот и бабушка подъехала. Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ты-то... С оружием, как бандит. Что за правила такие? Только детям здесь можно быть. Ты ведьма? Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Вот просто невзначай она сказала, дети такие сладкие. Ну вот, закрадывается такая мыслишка, знаете, какая-то не особо положительная. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Кто такой Ивасик? Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Прикольно, прикольно. Я просто с ребятнёй разговаривал. Я ещё... Да, наверное, у каждого в детстве я было такое своё прозвище. Ну, у кого-то в меру дурацкую, у кого-то в меру такое прям брутальное, но, по-моему, все имели его. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, Ивасик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. А что-то там инфы вообще не насыпало никакой. Так, у них на территории тут раз изба, два, три. Какое-то дерево еще страшное есть, покосившееся. Закрыто. Ну, вроде ничего не прикопано около этого дерева. Тут зайти можно. Спальники раскиданы. Видимо, детские. А пацану перепало от нас. Из-за нас, точнее. Каких-то улик я что-то не особо сильно вижу. Разнообразие. Путешествие на край света. Сирены. Дальние родственницы гарпий. Крылатые существа, которые встречаются на Скеллиге. Чаще всего на необитаемых островах. Или в недоступных прибрежных местностях населенных островов. Если верить легенде, сирены... Дочери мифического крылатого великана Храсверга.
Храсвельга, да, который живет на краю света и порождает бури мановением своих крыльев. Дочери Храсвельга ищут общество великанов и часто гнездятся рядом с их логовами. Эти создания нападают на лодки и корабли с воздуха, рвут паруса, а затем разбивают в щепи обездвиженные суда. Временами они подхватывают человека или скотину с палубы и сбрасывают с высоты, убивая насмерть. Они также нападают на путников, забредших на побережье. Это типа нам рассказывают, что мы можем в путешествии на воде повстречать, да? Не зря ж так записочки встречаются. А может, у них какой-нибудь тут подвал условный есть, где они шаманизмом своим занимаются. Ладно. Поговорить с мальчиком, которого наказали. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя! Нельзя! Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Где найти его? Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи! Уходи! Откуда он такой взялся? Только не говорите нам какого-то... Найти способ выманить бабушку из хаты. Вот это истинная задача для ведьмака. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет и боится. Потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Ну, как-то вообще не похоже на ведьму. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки, а то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Ну, давайте идет. Сыграем. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком. Дети, они такие Ивасика. Просто... Шаловливые маленькие ребята. Он-то, небось, от черных не прятался. Притом изолированные, заметьте, на болотах. Все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Я иду искать. И сейчас кого-нибудь мы не досчитаем. Нашелся. Ну, взаимодействовать будем, нет? Вот ты где. А, все. Так.
Еще один нашелся. Повезло тебе. Используем свои паранормальные способности, чтобы искать детей. Достойно. Вот ты где. Как ты меня углядел? Так, третий есть. Четвертый спрятался в доме. Перелез через окно? Ну не, мы так не можем. Все нашлись. Нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем Увасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Верно, пацан. Боже, какой рофильный квест. Я прям не могу. У нас же по ходу сюжета еще множество таких дополнительных миссий будет. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? Да. Я не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. Угу. Про родителей мы уже поняли, что... Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь? На самом деле, он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. Поет? Когда я грибы собирал... И Васик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Так, а куда нам? Получается, направо. Что тут такое? Кто сказал Гуз? Прости, пожалуйста. Никакие крысы к тебе не придут. И я знаю, что нельзя говорить плохие слова. Шалаш какой-то интересный. Или просто нагромождение досок. Так, идем правильно. Немножечко пониже опуститься. Тут тотемов всяких с этими черепами животных прям завались. Трещит что-то. Прямо если вслушиваешься, немножечко боязно.
антуражненько, то есть сделали. Да, да, нам сюда. Ну, значит, что, что накидываем на себя квен и идем разносить. Один, хорош. Ненавижу этих баб кидающихся. Иди, иди сюда. Что-то у меня положительных эмоций не вызывают. Ты помирать-то будешь, нет? Вот. Вот это я понимаю. Привет, Зет. А вот и ведьмак. Наконец-таки на болотах, да. Привет, инквизитор. Последняя арка в квестах барона. Это как раз болото. Не отходи от нее далеко, и она вроде кидать говно в экран не будет. Но вообще у нее есть еще один дополнительный скилл по подобию, типа она под землю проваливается, если вода имеется. Вот этот прям очень дезморалит сильно. Раз, два, три. Да ты издеваешься. Что у тебя по этим, по механикам-то? Так, здоровье у нас еще больше половины. Живем. Все, хорош. Не пускаю ее в воду. Ну, если какая-нибудь утопленная пещера у нас вообще появляется, то там никак не изменить ситуацию. Тут на открытой местности с землей эту по кругу можно водить, а там если нет. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Если Васик настоящий, он оставляет следы. Сундучело. А, все видно. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. И Васик любит пить квасик. Так, идем. Вроде тихо пока, не видно никакой заразы. Следы ведут к норе, интересно, что внутри. А мы туда залезем? Ну нет, мы лезть туда не будем. А, взаимодействие тыкнуть надо. И Васик. И
Если сейчас не выйдет, дам тебе по мордасик. Давай. На выбор 5 секунд. Ты хмурница? Хмурница. Луговик? А, прибожик. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Сейчас поинтересуемся, кто такой прибожик. Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты не можешь говорить? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Можно над ним еще поиздеваться? Выбрать второй вариант? Я не понял, попробуй объяснить. Ну, мы, конечно же, люди добрые. Что ж, выбора нет. Алиса, кто такой прибожик из мифологии? Да. На ведьмак.фандом.ком есть такой ответ. Прибожик – существо в игре. Ведьмак ты. Похожее на ребенка невысокое создание. Ну, мы это и так знаем. И чем он отличается от остальных монстров? Полевые духи. Угу. Ну так и запишем. Природный дух. Угу. А куда он пошел? А, все увидел. Вот что-то не вызывает у меня доверия твой выбор маршрута. Вообще ни разу. Зараза. Минус один. Любишь серебро, да? Так. Хорош. Раз и все. И разошлись. Мозги чудовища. Выгодное приобретение. Не отходи от меня. Медочек сейчас соберем. Побежали. Чего это там летает? Виверна. Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить?
Придется туда залезть. Но у меня вообще никакого доверия к этому прибожику нету. Там существо очень уж мощное находится. По крайней мере, летающее. Так. Прыгаем. Ну, ничего не прыгаешь-то. Вот, прыгнул. Ох, этот скалолаз Геральт из Ривии. Лишь бы ему монстров поубивать, да в таверне выпить. Ладно. Как с вами сражаться? Похоже на грифонов. Ну, условно, мы их сбиваем. Вот так, да. Ё-моё, он здоровье наносит. Точнее, сносит нам. Так. Взлетело. Похоже, вообще это существо на какого-то недодракона. Ну или виверну, потому что если классифицировать этих существ по ДНД, то это что-то наподобие недовиверны. Чего, у нас есть автонаведение на арбалете? Приколдесно. Все, минус один. А, не, смысла нет. Все, да. От одного избавились. А, это что? Падать будем? Будем. Минус. Вот это мне нравится. Все. Ни единой смерти на таких легких противников. Ну да, гарпии это. Называются чудовища гарпиями. Синие мутагенчики с них падают. А вот это что за создание? Виверна. Все верно. Яйцо даже собрать. Нафига нам ее яйцо? Запечатанная бутылка. Вороново перо. Вот за это, я считаю, необходимо всех виверн внести в список мести. Она ворону сожрала. А я не побоюсь заметить, что это наше тотемное животное.
Вырастешь и будешь летать на ней. Зажаришь. Да вы вообще топчик. Способы использования. Похавать это яйцо. Вырастить себе какого-нибудь крутого питомца. Ну, уродливого, страшного, но, наверное, летающего. Нам вниз надо. Ну и где наш чудик? А вот. Скукожился, бедняга. Держи. Бухать будет. Отвечаю. Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Телега! Корзинка! Пердёж! Ну вот последнее было не в тему. Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруге. Навеселился уже? Мои любимые слова! Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Учитесь вот у этого молодца. Он свел все к тому, что ничем никому не обязан. Удивительное. Почему ты потерял голос? Как можно запечатать голос в бутылку? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. Ага. Не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать: «Душегубик, душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? А, не знаю. Не похож. Вот, не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто? Но ты немножечко страшный. Вот за это я могу сказать. Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Знакомую ворону? Бесполезно. А. Вороны ведь ведьмам служат. Там одно воронье перо было. Соответственно, что мы можем предположить? Это сделала ведьма. Приговор озвучен. Смерть от... даже не знаю. Хотел свести все в одну неплохую шутку, но не буду. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется, как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Давайте теперь по делу спросим у нее. У него. Не видел ее? Я так понимаю, это парень. Как-то с утра я вышел, как всегда, да, сделать вышел. Кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица, молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Ага. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала. Но она не слышала. У меня же голоса не было. Мысленно все сделал. Кто эта женщина? Я был у деревеньки на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка. О сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую.
Да, болото вообще тема, я тоже могу сказать, что в принципе можно жить и неплохо. Куда она пошла? Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Правильно. Сейчас пойдем. Опа. А, мелкий, ты где? Костерок горит, прикиньте. А я-то думаю, кто тут не хватает? Да ты можешь прекратить. Так, играем в догонялки. Ух! А что это с ним случилось? А, мы за... 1% шанса заморозить противника. И что это если неудача? 1% и 99 неудачи. Вот бы так в казино везло. Закрыто. Так, а как открыть? Может, ключ где-то прикопан? Или использовать бочку для этого. Она же не взорвется от обычного арда. Нет, не взорвется. Ладно, оставим на потом. Если ключ какой-нибудь найдем, используем его. Проверено здесь. Кто? Я не вижу никого. Ага. Берегись. Чудовище, иди сюда. А мне нравится стрелять из арбалета. Урона, правда, нифига. Но зато... Есть автоприцел. Ну, будем стрелять, нет? Так, минус. Нашего болта еще трассер есть. Чтобы было видно, куда летит. Есть.
Еще раз сработал 1% шанс заморозить противника. Все. Мозгов-то у нас целый рюкзак. Вылезать будем? Алло. Ну, сколько мне еще ждать? Прикольно, что выстрел из арбалета, он как бы противнику сбивает атаку. Все. Где наш мелкий пацанчик-то? Он же был где-то здесь. Ну да. А, пропустил. Вот еще неприятно, что мы быстрее этого паренька бежим. Если идти шагом, то он, соответственно, тоже замедляется. Все в порядке. Ни полведьмы не видать. Сейчас твою бабушке. Полведьмы? Какое там дерево, прям резиновое, на ветру качается. Луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Ты можешь привести меня к ведьмам? Можешь привести меня к ведьмам. Угу. Вавусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяйку. Индивид? Там нет, реально как будто в этого Ивасика засунули социально развитого ребенка нашего времени. И октава он знает, что такое, и индивид. Я нашел ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Ну, раз ступать необходимо, пойдем. Спасибо тебе. Не помню, как твой вид называется, но ты, Ивасик, прям палец вверх. И поешь замечательно тоже. Ивасик добрый мальчик.
А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Давайте сразу к делу перейдем. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? Какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Поясним. Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Осуждаем. Осуждаем. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Пенится, как пиво в катке. Люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Штейгеров. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Хорошее пояснение. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Это типа ножичек. Такой я не особо большой. С узким лезвием. Зачем он? Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Есть женщина, отдай стилет. Так, ребята, сейчас перерывчик 10 технических минуток. Когда выполнишь задание. Скоро вернусь. Да, госпожа, стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит.
Так, я вернулся, дорогие друзья. Так, так. А был бы стрим с ПК, просто вставил бы картинку, стример отошел. Кстати, интересная тема, да. С этими вставочками, со всеми. У нас на примете даже с Ведьмаком есть похожее. Там немножечко текста просто добавить другого. В принципе, бы подошло на заставочку с ожиданием. Это она нас в высокое здание отвела, да, ведьма? Магия. Ремонтные наборы, все прям в тему. Не пугай моих деток. Ведьмаки или не так страшен черт? Как среди чародеев, так и среди обычных небокоптителей устоялось мнение, будто ведьмаки в понимании своем лишь на йоту более развиты, нежели звери, что они, будучи изуродованы мутацией, кровожадны, не всегда удовлетворяются, проливая кровь чудовищ, в то время как из исследований и наблюдений Вергилы из Бан-Арда складывается совершенно другой их образ. Бесспорно, что мутации, которым подвергаются ведьмаков, влияют на их нрав, устойчивость, силу и выносливость. Однако нельзя относиться к ним как к неразумным существам, созданным ради убийства, ибо ведьмаки создали специфическую культуру, систему школ и даже кодекс чести. Одобряем. Так, они обладают также обширными знаниями относительно использования свойств различных органических и неорганических субстанций, а также небольшими, но все-таки твердыми знаниями относительно основ магии. Речь идет об использовании ими заклинаниях, называемых знаками. На первый взгляд ведьмаки образуют сплоченное сообщество, однако их манера боя, обучение, мировоззрение принципиально различаются в зависимости от принадлежности к определенным школам. К наиболее известным из них относят школу волка, медведя, грифона, змеи и кота. Мы, как я понимаю, школа волка, да? Интервью с вампиром. Интересно. Дорогой читатель, ты наверняка назовешь меня лжецом, обманщиком и безумцем. Ты будешь с жалостью качать головой и с недоверием фыркать, наручаюсь тебе. И клянусь всеми богами, все, что ты прочтешь на этих страницах, и правда. Это правда и только правда. Вампира, о котором идет речь, я встретил много лет назад в корчме, в Боклере. Он представился именем Регис и выдал себя за цирюльника. Поскольку выглядел он абсолютно как человек, я бы никогда не догадался его истинной природы. В заведении, в котором мы угощались славным туссенским вином, не вспыхнул пожар. Этот Регис, если так действительно звучало его имя, казался абсолютно нечувствительным к пламени. А мою одежду уже охватил огонь. Вампир вынес меня из пламени еще и перевязал мои многочисленные раны. Удивительно. Сперва вампир не хотел ответить на вопрос, каким чудом он вышел из раскаленной, как печь корчмы, без малейшего ущерба для солнца. В конце концов, поняв, что перед ним гражданин мира, который не судит о людях по внешности, он раскрыл передо мной всю свою истинную природу и множество других крайне интересных фактов. Согласно Регису, вампир вампиру рознь. К этой семье упырей, заметим, бездумно причисляют катаканов, фледеров и экими. Да. Так, секунду. Надо настроиться. К
Кроме того, существуют могущественные высшие вампиры, к числу которых как раз и относился мой собеседник. Высшего вампира от человека не сможет отличить даже ведьмак. Впрочем, в повсеместном суеверии их нельзя убить ни осиновым колом, вбитым в грудь, ни отсечением головы. Ни за что я не смог, сам могу ручаться огнем. Не боятся они ни проточной воды, ни религиозных символов. Утешение могу добавить, что укус вампира не превращает человека в одного из них, а наша кровь вовсе им не нужна для жизни. Она является лишь деликатесом, которым они угощаются время от времени, чем-то вроде изысканного напитка. Регис просил меня, чтобы я держал его откровение при себе. Но сейчас, уже лежа на смертном одре, я чувствую, что должен поделиться этими тайными знаниями, даже если это будет означать нарушение данного мной слова. Интересно вообще. Получается, вампиры, высшие, по крайней мере, нечувствительны к огню. Их фиг отличишь от обычного люда. Интересно, интересно. Так, медвежье сало. А вообще нормально, что у нее тут под основным входом находится подвал? В подвале кровище. Некоторое количество трупов людей. Вообще ведьмака это не смущает, как бы, нет? Вон полуразложившийся вообще, нет? Какая-то дичь. Вы мне толкаете какую-то дичь. А помнишь, кто самый сильный босс игры? Я помню у него сложное имя. Я до сих пор не запомнил. Детлав, высший вампир. Вообще кайф. Получается, надо будет под него определенную тему какую-то, да, выстраивать. Так, Норма, у тебя в деревне не так же? У меня в деревне, ну честно, у меня маленький подвал, помню, у бабушки. Под баночки-скляночки. Там он буквально, ну, 3 на 4 метра. Не вот это вот все вот огромное пространство под основным зданием, а небольшой такой вырытый котлованчик. Да норма у всех так. По трупу особенно, да, как это говорится. У каждого есть свой шкелет в шкафу. Кто шарит за шкелетов, то отдельный лайк. Ну вот еще кучка. Ну ладно, хорошо. Мы тут полутались. Свиной окорок лежит, да, вообще, в тему. А по заданию что? Поговорить со старостой Штегеров и узнать, какая беда случилась в деревне. Побежали. А тут погода, кроме дождя, в Вэллоне вообще меняется, потому что что-то это как-то однотипно. Нам сюда? Нет, наоборот. Нам вот сюда. Без компаса, честно говоря, немножечко сложновато ориентироваться во всей этой местности и многообразии ландшафтов ведьмака. Чё-то как-то это неудобно. Зато реалистично, такой реально карту раскладываешь, что-то смотришь, как пройти, через что там надо обойти. Тема интересная. Но немножечко неудобная.
А где еще такой реализм с карты, а? Да-да, все хорошо. Правильно, в Kingdom Come Deliverance. В Kingdom Come там очень интересно реализована механика перехода. Там, то есть, ты куда-то в определенную точку в карте, там, деревню или населенный пункт тыкаешь, и у тебя там, как в настольной игре, твой персонаж изображает там человечка условного деревянного, и ты смотришь, как он идет там по дороге. Да, а если тебе нравится реализм, значит, Kingdom Come надо пройти. Это так невзначай, да? Заходят издалека, значится. Но вы же понимаете, что там будет бесконечно огромное у нас количество перезаписей. Потому что, ну, я долгое время там учился этому взлому. Прям очень огромное. А что тут с... А, под цветом. Там мы игру эту проходить будем бесконечно долго. И очень больно. Стример уже давно сказал, что мы его пройдем. Как бывает. Бывает сознание. Самые неприятные вещи отделяет и как бы упрятывает их от основного своего мира бытия. То есть, пока вы не напомнили, я про Kingdom Come не вспоминал. Да. Прикольно, мы не можем дерево перепрыгнуть. Да. Что-то прошли мимо. У нас, блин, столько проектов у вас с вами запланировано, что, ей-богу, успеть бы всех пройти. В Kingdom Come не будет перезаписей, там же сейвскамом очень сложно пользоваться. Ну, сейвы там записываются при помощи определенной настойки, потом где? В банях записываются также при сне, то есть поспав ты там записал. А что еще? Ну и где-то так. Но сейвы ты можешь активировать в любое время. Это что мы вам с вами нашли тут? Сейвы там активируются, по-моему, в любом случае. Ты можешь на них этот перейти. Просто с самой записью будет проблема. Это быстрый переход мы нашли тут. Это что? Рассадник чудовищ? Здесь водятся чудовища, которые беспрестанно терзают всю округу. Так, народ. Идем в эту пещеру? Или идем по заданию? У нас расстояние тут не сфиг осталось. Будем бить монстров или нет? Как только какую-нибудь игру закончим, там так сразу Kingdom Come Deliverance, да? Сохранение происходит только при питье шнапсов, сне, банях и сюжетных моментах. Да-да-да. И загружаться можно сколько угодно. Да, устраиваем геноцид всего и вся. А, идем, да? У тебя очко навыка вроде есть. Сейчас посмотрим. А мы помедитировали вообще, я не понял. Нет, не помедитировали. Вот, отдохнули. Хорошо. А по навыкам что? Есть одно очко навыка. Я за гвинт. Ну, я в этом лесу пока гвинта не вижу. Он у нас будет чуть позже видно в деревне, вот этой Штрегет. Или по заданию от барона. Что мы можем прокачать? Свободных этих ячеек нету. То есть нам надо брать что-то уже имеющееся. Что-то я ардом не пользуюсь, да. А, подождите, арт поражает всех противников в определенном
радиусе. Шанс нокауда снижается на 21%. То есть у нас шанс, что мы впадем в этот... дадим противнику нокаут 79%, правильно? Я думаю, у нас всего 21% внести противника в аут. Интересно. Интересно. Ну, давайте тогда это качнем. То есть сейчас у нас 83%, что противник пошатнется, и мы сможем нанести ему сокрушающий удар. Да? Так и запишем. Ну, значит, что у нас? Сохранение. Ну и погнали месить всякую нечисть. Еще повесим на себя вот это. Возьмем, значит, что? Возьмем дымовуху. А там призраки, да? О, вы видите, тут какой-то знак интересный. Здесь стоит осмотреться. А, это пометка, что тут чудовище. Ну вот, честно, если присмотреться, похоже на знак волка, который у нас на шее висит. Прям, если не стопроцентное, то по крайней мере 80% сходства имеется. О, там вроде могут лежать вещи школы ведьмаков. В этих самых залежах с чудовищами, да? Ну, проверим. Покажи, что умеешь. Блин, места вообще нету, где сражаться. А, все, победа. Еще интересная тема. Я понял, как тут использовать масла теперь. То есть мы можем просто так на изи теперь масла накидывать. Здравствуйте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прикольно, что у этих призраков есть подсветка своя. Раз, два, три. Ну, вообще так его... В принципе, атмосферненько выглядит. Эссенция призраков. А с того выпало что-нибудь? Да, пропустили. Эссенция призрака. Грибочки. Надо будет в алхимии еще полазать. Вдруг мы там упускаем какую-нибудь интересную вещицу. Наподобие усилителя. Сударь, здравствуйте. Раз, два. Раз, два, три. Опа, хорошо. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Все. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что делаем правильно? Наносим масло. Раз, два, три. Так, еще один на подходе. У нас здоровья маловато. Раз, два, три. Опа-па. Раз, два, три. Опа-па. А стрелять будем сегодня, нет?
Чего мы сквозь него прошли? Ну, странная фигня какая-то. Он тупо за этот залагал. Ну, вроде нормально. Где наши топовые вещи ведьмаков? Пока я вижу какую-то... Только компоненты различные. Чертеж перчаток убийц. Масло против зверей. Уже видели. Шелк, кальций. Ну, я же сказал вроде. Ну, сейчас поищем, мы же еще не до конца дошли. Так. Это вкусненького всегда хочется много... И чаще акетон, сарц келеге. Масло против реликтов. Реликты — это какие-то артефакты, что ли, ожившие? Что это такое? Кавалерийские перчатки там синенькие выпали. Нет, это не этот, не активируется никак. А тут у нас ничего не видно. Стена. Женщина. Притом еще свежая. И что, это сработало? Блин, используем читерскую тактику. Зажали в углу бедного призрака. Он даже не смог ниоткуда и никуда телепнуться. Тихо, вас двое уже. Так, все хорошо. Маслица. Да вы издеваетесь. По здоровью у нас не очень. Тихо. Сзади-то. Мне вот не нравится, что мы в них проваливаемся, как бы. Игра, блин, не видит, что мы их атакуем. Мы сквозь них проходим. Факел достань, пожалуйста. Вот, хорошо. У нас нету больше хилок. Да. Интересный факт, если мы зайдем в огонь, в эти пары с факелом, то мы сжахнем прям всю эту пещеру. Да.
Так что факел тут лучше убрать, я думаю. Так, ничего не пропустили? Грибочки. Все, прошли опасный участок. Здесь мы можем использовать Арда. И сохраниться. Резня, что в центре? Кавалькада промчалась по залитому кровью двору. Всадники ни на кого не смотрели, вопросов не задавали. Они прекрасно знали свою задачу – убить старую королеву и захватить принцессу Цинтре. Какая участь ждала затем девочку, никто не говорил. Каланте с наивернейшим подданными забаррикадировалась в замке. Впрочем, было понятно, что каменные стены и ворота, укрепленные заклятиями, недолго выдержат против напора нильфгардской армии и боевых чародеев. Через 4 дня солдаты ворвались в крепость. Историческая сводочка, да, дорогие друзья. Тут нам поясняют про захват какой-то династии, центра. Нильфгардскими войсками. Не знаю, как это вообще работает. А что это такое? Почему оно такое страшное? Почему оно немножечко исчезает? Почему ты здесь вообще находишься? Тактика отступления. Хорошо. Иллюзия. А, у нас, кстати, есть артефакт против не иллюзии. И что, это выход наружу? Да. И не юзабельно. Вы зацените, там наверху, прям на верхушечке, знак силы. Угу. Разработчики спрятали от нас тут одно очко таланта. Ну, значит, что делаем? Вообще, что это за чудик, не подскажете? У нас по глоссарию-то обновления по-любому были. Вот по высшим вампирам-то подсказочки. Да, мы это читали. Это Экима. Последние слова какого-то городского стражника. Чисто назвал кого-то. И Экима, как и прочие вампиры, вовсе не является бессмертным человеком. Это человек. Похоже на какую-то... Знаете, из Last of Us, вот там эти вот зомби-цветочки, вот прям идентично выглядит существо, по крайней мере, у меня прям такой образ появляется. Это чудовище, возникшее после сопряжения сфер, которому глубоко плевать на чеснок, святую воду или религиозные символы. Вопреки мнению, распространенному среди черни, оно вовсе не напоминает бледного, утонченного аристократа с очаровательным западным акцентом. Похоже, она скорее как катакан или носферат, на нетопыря переростка. Более того, Экима не высасывает кровь из немытых шей с помощью деликатного укуса, напоминающего поцелуй, а просто разрывает жертву на части при помощи длинных острых когтей, а затем лакает кровь в земле. Короче, животное, а не вампир.
Эккима отличается не только жестокостью, но и необычной быстротой. Она может нанести несколько молниеносных следующих друг за другом ударов, после которых даже лучший махакамский доспех превратится в лохмотья. Лучше всего сражаться с ней серебряным мечом, имея при этом в виду, что раны Эккими со временем будут затягиваться. Поэтому не следует брать это чудовище измором или, боже упаси, ждать, покуда она истечет кровью. Его нужно как можно скорее зарубить, а тело, если это возможно, сжечь дотла и пепел развеять по всем четырем сторонам. Что мы имеем? Данное чудовище является вампиром. У него есть регенерация неплохая, он, возможно, как я видел, умеет небольшие телепортивные какие-то особенности, да. Потом что, на основе этих телепортивных способностей у него быстрая реакция, он быстро наносит удары, угу. И по здоровью, скорее, это вообще какой-то мега-монстр. Хорошо. Что против него помогает? Помогает знак огня и масло против вампиров. Черный гриб, кстати, чертов гриб помогает тоже. Типа постоянный урон, не дающий им восстановиться. Тут грифоны. А сирена-то так ничего выглядит, в принципе, мне нравится. Суккуб. Ой. Суккуб тоже очень даже привлекательно. Эриния. Дракониды. Это мы видели. Призраки, духи стихий. Гаргулья. Двимеритовая бомба. Двимеритовая бомба. Капец. Масло против магических тварей. А нельзя просто одно масло против всех сделать, к примеру, не? Гончие дикой охоты, да? Огры проклятые. Берсеркеры. А почему у нас медведи относятся к определенной группе проклятых, а? А не будешь есть супчик, придут берсеркеры и съедят тебя из разговоров на скеллиге. А, это эти люди которые превращаются в медведей, понятно. Реликты. Прибожек относится к реликтам. Ревун какой-то. Черт. Дословно, черт. Он меньше беса, это правда. А все одно, и такого хватит, чтобы тебя убить. Агнеса Тыстл. Травница из черного леса. Черт, это младший родич беса и Буки. Гена Буки, да? Букина. Кое-кто думает, что из-за меньших размеров его не стоит опасаться. И он совершает ошибку. Одну из тех, что можно допустить только раз в жизни. Живущие в лесной чаще черти принадлежат к числу наиболее опасных чудовищ, известных человеку. Трупоеды. Алигули. Водные бабы. Гнильцы. Туманники. Против них Квен работает хорошо. И все. Ладно, интересно. Интересно. По прибожиков. Прибожики привязаны к своей территории. И опекают все, что на ней живет. Они заботятся как о зверях, так и о людях. Но, будучи по натуре существами робкими, стараются оставаться невидимыми. Прибожиков привлекают радость и наивность, поэтому они любят детей и нередко открываются перед ними. Так, это трудолюбивые и умные создания с удовольствием оказывают своим подопечным мелкие услуги. А взамен ожидают от них уважения, платы в виде еды или использованных инструментов. Его можно легко обидеть, если быть с ним грубым, неблагодарным или просто придирчивым. Кроме того, прибожики не любят шума, поэтому, если опекаемая ими деревня становится слишком людной, а жители забывают о прежних обычаях, эти существа покидают свой дом навсегда и отправляются в
Дальние дали. Интересные, интересные существа. Да. И главное, добрые. Вот из всего перечня, что у нас есть, разумом обладают, знаете кто? Высший вампир? Раз. Кто еще? Суккуб? Вот сирена, не знаю. Похоже на человека. Мозгом обладает. Виверны явно ничем не обладают. Кто еще? Ну, волколаки, они в людей превращаются. Или ульфы, хедины какие-то. И вот прибожики еще. И все. 3-4 твари, которые, блин, по разуму могут тебе что-то нормальное выразить. А, так. Сохранимся. Не помню, сохранялись, нет. И пойдем месить чудовищ. Помним, что его нельзя брать измором. Стоит использовать против него бомбы и магию огня. Ух, как я попал-то точно. Вам хоть видно там что-нибудь? Вы знаете, что можем сделать? Мы можем выпить зелье. Да. Кошачьего глаза. И вот, в принципе, даже видно становится. А как с ним сражаться-то? Чё-то ты больно уж резвый, не вообще какой-то дикий. По ХП у нас ничего нету. Половина здоровья уж снесена. Тихо, не зажимай, дружище. Угу. Способность степаться мне очень нравится, что у него есть. Пробуйте комбинировать быстрые и мощные атаки, а также знаки. Не всегда эта игра очень уж актуальна. Иногда мощные атаки, как здесь, могут больше проблем вызвать. Странствуйте в мире, встречайте противников, где Геральт при помощи этого набирается опыта, да? Ладно, хорошо, так и запишем. Накидываем на себя Квен. Я сказал Квен. А, получается, что выпиваем зелье кошки. Но перед этим, знаете что? Надо немножечко помедитировать. Да, все хорошо. Зелье бах. Бомбы на месте. Сохранение повторно делаем. Погнали. А еще одно зелье осталось выпить. Ладно, погнали. Раз. Раз, два, три, четыре. Нет, четыре нельзя. Раз. Угу. Раз. Раз, два. Так, бомбы кончились. Используем картечь. Смысл тебе на картечь пофигу? Раз. У нас здоровье на один удар чисто.
Да ты издеваешься? Ничего не видно. Ладно, последнее зелье. Интоксикация у нас, да? Тихо-тихо, в горшках застряли. Прекрати тэпаться, чудовище. А чего он носится-то? Бесится. Подождите, я сейчас нашел щит или скорее сломанную механику. Блин, вообще пока. Ну, по кайфу. Так. Да ладно. Так сколько у него жизней? Вообще бессмертные существа. Значит, что мы делаем сейчас? Мы заманиваем его в этот закуток. Он начинает слишком жестко флексить. Да, а мы играем от лестницы. Так, ладно. Что у нас? Выпивание зелья по расписанию. Раз, и все, и хорошо. 15% интоксикации. Потерпим. Давай сюда, дружище. Давай вот сюда. А ты не видишь нас, что ли? Вот, все хорошо. Нет, не хорошо. Я хочу повторить, попробовать этот трюк. Так, ничего не видно. Ну, условно, стоим здесь. Ты издеваешься? Так, выпиваем ласточку. Так, я застрял. А он залагал. Ты выпрыгивать будешь, нет? Да застряли мы, подожди, дружище. Он реально не хочет.
Он реально не хочет отсюда выпрыгивать. Да. Ведьмак, конечно, по проработанности хорош, но что-то бывают у него небольшие пролаги. Добей меня! Хватит мучить! Да. Давай. Ладно, я сам это сделаю. Хотел сломать и моба, сам сломался, блин. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. На которых мы уже нашли даже след. Да, да, да. А, ну что делаем? Играем от бомб, закидываемся щитами и пытаемся выжить. Стоит запомнить, что, в принципе... Короче, у Ис с лестницами очень плохо все. Ты попадать-то будешь, нет? Блин, ТП своим выбрался оттуда. Так. Так. Надо еще, я забыл, блин, в алхимии у нас есть что-нибудь против вампиров-то? Условных тех же. Намаслиться какой-нибудь там лишним не было бы. Это что так? Это что такое? Меня к такому жизнь не готовила. Почему тут теперь два противника? Пожалуйста. В порядке очереди, друзья. Умирать будем, нет, сегодня. Ну ты чё от меня убегаешь-то?
Так, что-то кастует. Вот тот оленьи рожей, что-то этот, типа мага корней или фигни какой-то. Все, минус один. Хорош. Так, шансы завалить этого черта теперь. Что он умеет? Он умеет тэпаться. Он умеет, если мы на расстоянии, бить по области. Ты реальный черт, я тебе хочу сказать. Я не знаю его мувсетов. Это во-первых. Ну что-то он какой-то вообще слабый. А, это он неуязвимость включает. Епарасота. Так. Условно. Условно по нему проходит только три атаки. Ты чертила, блин, когда помрешь? Так. И чё? Я не понимаю, фигли по нему урон не проходит. Так, и где он? На лестнице, да? А, мы не можем с факелом эти тяжелые атаки проводить, точно. Блин, зажали беднягу. Что ли? А нифига. А вот он в углу застрял. Помираем. Так, ладно. Тот оленерожий — это лесной дух и, по правде говоря, очень слабый, но надоедливый. Я согласен вообще. У него миллион хп, его атаки нифига не попадают, как по области, так и в ближнем бою. Его, у него какая-то неуязвимость включается точно в момент исчезновения и когда он кастует эту самую атаку по области. Давайте посмотрим, что мы можем скрафтить из алхимии. Ну, тут ровно ничего. Задание...
А, у нас на задание приманка для черта делается, да? Помет беса собрать надо. Ах, а мы его где-то профигачили, да? Ладно. Он еще может стаю волков призывать, но, судя по всему, только в лесу. Ага. А сфига ли он злой-то? Закрой все вкладки в алхимии. Нуф. Листаем тогда доверху. А, в бою мы зелья крафтить не можем, да, соответственно. А против... Кто это у нас? Лесной дух же, правильно? К духам относится. У нас по нему вообще инфы нету. Ладно. Там цифра показывается, если сможешь что-то сделать. Но у нас сейчас в бою нельзя ничего крафтить. Я его название не помню, но не дух он. Ну ладно, помрет, посмотрим, как эта штука в инвентаре называется. Блин, просто непробиваемая сволота. И где-то. Попал наконец-то, да? Чувствуешь себя красавчиком? Нафига ты лошадь призвал сюда, Геральт? Не в тему. Так. Все. Еще одна сломанная механика. На краю области действия они не могут тэпнуться дальше, да? Ну да, тупо он не может пройти через проход из-за меня. Я ему мешаю. Где ты? Что? Я не понял, а как это работает? Он тупо невидимый теперь был. У нас здоровье на один удар осталось. А знаете что? Я, пожалуй, отсюда свалю. Ну нафиг этого духа пока. Надо сохраниться. Понял, пошел лесом. Надо похилиться. Чаще всего его атаки ваншотят. Просто принадлежность его говорю. Чаще всего это я. Его атаки ваншотят. В тебя выстрелили вороной. В смысле? Не дело, нечисть, надо добить. Ну вот, то есть мы сейчас помрем и заново все это будем делать. Все, ты пропал, дружище? Он пропал. Да я его бил сколько? Минут 5. Ну да. Пропал. А как иначе? Ну и черт с ним. Одного черта мы за сегодня видели. Абуз. Абуз — это когда меня начинают зажимать и не давать атаковать. Или когда я у лестницы тут атакую противников. Ети чертежей. Штаны школы Грифона. Кто хотел сет школы Грифона? Поднимите руку вверх. Мы надыбали его. О, вот и магическая броня. Да. Надо бы посмотреть, что для крафта необходимо. Блин, к алкоголю тут просто зашибись. Малый красный мутаген, слюна вампира, клык, шкура Экимы.
Гимны и баллады. Волчья пурга. Путь пальцем проложи средь шрамов, ран суровых, чтоб наши слить пути в судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова, пусть сложатся они судьбе узор. Припев. Из снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, чтоб слез туманит тень. По следу волка я иду в метели, в сердце дерзкое настигну поутру. Сквозь гнев и грусть, что камнем затвердели, я разожгу уста, что мерзнут на ветру. Припев. Из снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Не знаю, ты ли мое предназначение, или страстью я обязан лишь судьбе. Когда в желание я облег влечение, не полюбила ли ты во вред себе? Из снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Вообще прикольный, прикольный стих. Время крафтить. Именно так. Что там? Пойдем, получается, куда? К броннику у барона, да? Там и скрафтим. Дневник ведьмака Георга. Стих красивый, да, ребят? Вообще. Хорош. О-хо-хо. Вставший торговый путь, к счастью... А, это вниз, да, перелистал. Услыхавший слухи о драконе, я что есть сил бросился к Велену. К сожалению, от охоты на гада меня отвлекли префекты из Горс Велена. Тут меня вызвали в качестве знатока, чтобы решить загадку нескольких кораблекрушений, вызванных якобы полуночницами. Что поделать, дракон, опустошающий деревни, менее важен, чем вставший торговый путь. К счастью, я быстро разгадал тайну одинокого морского маяка и снова отправился в погоню за драконом. Я узнал, что крестьяне из уничтоженных деревень нашли себе прибежище в эльфийских катакомбах на озере Моречка. Разумно. Однако им не хватило разума, чтобы получше выбрать себе материал на растопку. Они пустили на растопку эльфийские манускрипты. Где логика? Подумать страшно, сколько знаний старшего народа обратилось в дым. К счастью, нескольких рукописей мне удалось спасти, включая интересный набросок панциря. Однако хватит об этом. По показаниям непосредственных свидетелей, чешуя пепельная. А, это про дракона он пишет, да? Высота в холке 2 сажени. А сколько 2 сажени? Сейчас, секунду. Вроде на данный момент без разницы кому, так как это не мастерское снаряжение, но его надо бы улучшить еще будет. Угу. Ну, то есть, снаряжение будет крафтиться примерно нашего уровня, да? И потом, чтобы его прокачивать, надо будет улучшать. Давайте спросим у Алисы. Алиса, сколько 5 сажен в сантиметрах? Давайте поищем. 1 сажень это 4,5 сантиметра. А, что? 5, да, у нас в педя... А, не, в саженях. Пам-пам-пам. 5 саженей в сантиметрах. Мне сейчас рассказывают, что 5 саженей старорусских — это 1066
1800 сантиметров. Вы представляете? 1000 сантиметров. Это где-то метров 10, дракоша. Вот это уже дракоша. Истинно так. А вам вообще слышно нормально то, что Алиса диктует? Опа. Ну, дракоша высотой с 4-5-этажный дом. Да нормально, нормально. В Dark Souls там, блин, дерево высотой до неба побеждаем. Ничего такого вообще не вижу. Слышно ее, слышно. Хорошо. Па-па-па. Под дописка. Предположительный вес около 4 центнеров. То есть 1 центнер это 100 килограмм. Предположительно он весит 1 тонну. 1,5 тонны, да. Способность удерживать высокую температуру в мехах легких дракона. Более четверти часа. Вывод, мы имеем дело с зеленым драконом. Начинаю охоту. Пип-пип, маленький дракончик. Дракоша скорее, да. Притом истинный дракон. Мы говорили вот в прошлый раз, когда с чем сражались. А с виверной, это был подвид драконов, драконоидов. И он не является истинным их потомком. Да. Погнали тогда на самую высоту. Такой прям гребень. Медальон дрожит. Это место силы. Это получается Ирдена, да? Камень Ирдена. А давайте осмотримся. А что мы имеем, получается? Мы имеем болото условное. Из которого мы что, выбрались, да? То есть вон деревня там посередине. Да, вот деревня посередине. Потом мы имеем что? Какой-то маяк или здание. Мы сейчас имеем очко навыка. Это тоже, да. Сейчас его вкачаем куда-нибудь. Мы имеем какую-то башню на краю территории. Огромное дерево. Это куда? Куда надо смотреть? А, ну все, через болото идти. То есть, условно, где-то здесь, вот тут вот. Вот дерево огромное, и здесь где-то здание. Да, потом что мы имеем в виду еще? Вон какое-то еще высокое здание видно. Ну и все. Да, надо будет поисследовать. Во что вкладываем? Во что вкладываем из имеющегося? Еще больше повысим. Арт поражает. Чего? А, второй режим. А, у нас. А как второй режим юзать? А на следующем уровне у нас все противники в определенном радиусе всегда нокаутируются, что ли, хотите сказать? Потому что шанс нокаута, он пропадает. А, текущий, да, следующего уровня нету шанса нокаут. Можно в знак арт, да? Как я понял, Z. Я первое слово чуть за что-то там. Использовать знака Ард. Сметающий Ард. Все его можно... Все, кого можно нокаутировать, будут падать. Да, то есть вкачаем. Давайте. Давайте, вообще без проблем. Только почаще бы его использовать начать. Захми. Зажми. Да.
Зажми, чтобы использовать второй режим, понял. Ну, давайте тогда докачаем. Так, знак Ард. Зажимаем. А, все, работает. А так у нас в области только, да? На откат это никак не влияет, какой режим используем. О, кстати, вон еще башня какая-то вот впереди. И вон там еще высокая. Так. Ну что, идем куда? По заданию? Вот эта деревенька. Грот драконоборца. Интересно, интересно. Вон там под нами деревенька. Ну, значит, спустимся, поинтересуемся у старосты, как оно живется вообще. Не-не-не, тихо-тихо. А, что ты, меч достал? Ёпрст, я просто условно нажал блок. И сразу спарировали. И все, противники кончились. Ладно. Так. Там еще, как я понял, из письма, которые мы прочли, там на каком-то острове проживают эльфы. То есть надо будет это проверить. Какое-нибудь доп. Задание нам дадут на эту тему. Что-нибудь помочь эльфам. Или наоборот, их убить придется. Так, облутываем деревеньку. Чего гномские? Гномские проказы. Наберите серы из собачьего уха, смажьте ею хлопчатобумажный фитиль, вставьте в новую лампу с абажуром зеленоватого оттенка и установите указанную лампу промежду возбужденной толпы. И они, несомненно, присягнут, что узрели собачью голову. И это будет не волшебство, но добрая шутка. На матричной матримониальной церемонии герцога Эландерского низкорослый гном с миниатюрным папашей прячется в пироге. Когда гости соберутся на пиршестве, тут же выскакивает сей гном. Поначалу ужасно пугает всех, но тем более больше все будет веселье, когда шутка раскроется. Интересно, интересно. Деревни собрались. И если кто подаст, упаси нас боги, если тебя в этом самом сне голос в лес заведет. Так, помогаем деревне как минимум очиститься от всего прочего. А у нее вообще нет ничего. Да. Бедно живешь, мужик. Простокваша, яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Спасибо. Ну что, ребята, играем в Гвинт напоследок? Или пойдем выполнять задание, поговорим еще с дедом? Гвинт? Давайте проголосуем. Ой, что-то я подустал сегодня под вечер вообще. Набегался. Гвинт. Так, два есть. Буа, играц. В Гвинт, соответственно, да? Ну, 3 из 5 за Гвинт. Играем без сохранений на мужика, правильно? Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот... Карты я бы сыграл с удовольствием. Так, вспоминаем, что у нас вообще стоит лидер. Лидер усиливает, удваивает силу осадных орудий. Ага. Условно запишем, что так и будет. У нас появилось чучело. Чучело способно что делать?
обменяйте на уже выложенную карту, чтобы вернуть ее в руку. А можно у него в магазине еще и картишки. А может, у него в магазине еще и картишки есть. Ну вот, победим и проверим. Как раз 10 крон выбьем с него. Да. Ну, в принципе, менять я не вижу больше смысла ничего. Да. Погнали. У него карта, точнее, фракция чудовищ. Так, эта карта хорошо. Это хорошо. Вообще, мешанина карт. Очень неприятно. Поменяем, значит, что? Поменяем лукарей тогда. Три осадные условные есть. Угу. Вот раз поменяем. Повезло. Очень сильно повезло. И второй раз. И нам дали карту чего? Уменьшение осадных обоих отрядов. Не тема вообще. Так. А, ходим мы первыми. Хорошо. Играем осадными орудиями. Попробуем раунд вытащить ими. Он ведьму-кухарку ставит. У него больше таких нету. А, все, у нас больше нету. У нас больше нету осадных орудий. Кроме разведчика, да. Ну, медика. Разведчика не дали, да, обидно. Ну ладно, условно поставим. Ну вот так вот. Условно поставим вот так вот. Ну вообще смысла ближнего боя я не вижу ставить. Мы сейчас поставим мороз. Снизим ему весь ближний урон. А вся фракция монстров строится на ближнем уроне. Ага. Ты офигел вообще. Ладно, ну тогда играем через усиление осадных орудий. А у нас тут в колоде что? А давайте, значит, вытащим еще карту на, получается, минус ближний бой. Поставим ее сейчас. И в следующем раунде разыгрывать будем как раз ближний бой. Согласны? Выглядит вообще отменно. А я не понял, почему. Не героя, не специальную. Етить его налево, блин. Забыл описание. Погода не вытаскивается, поздно. Это слишком поздно было мной осознанно. Ладно. Ну вообще мы можем чучелом ее вытащить, но смысла не вижу. Не вижу смысла. Мы сейчас по урону просядем. Ладно, давайте пасовать тогда. Да, зажмем, пасанем. Докинет карт, останется в следующем ходу без карт. Все. Это победное. И что это он делает? Ну, это победное его, да. Но у него карт вообще нет. А, это ничья. Ничья, да, была?
И сразу мороз накидывают. Вот же сволочело. Да, неприятно. Но у него карт нету. А что мы можем сделать? Мы можем условно поставить, знаете что? Вот эти две карты, они самоусилятся. У нас будет условно 2-4 даже урона. Да. Так ты и так выиграл. Ну, сейчас-то да. А, у нас у обоих пропало по очку. Интересно. Ладно. Тогда давайте так отыграем. И все. До десяточки. Вообще интересный факт. А зачем в колоде чудовищ карты специальные на уменьшение урона ближнего боя? Это вообще как-то странно выглядит. Тебе просто две любые карты положить надо. Только Нильфгард не теряет очки при ничьей. Ну понятно. Ну как проиграл, мужичище? А? Чувствуешь себя хорошо? Покажи, чем. Карт у него нету, у него только жратва есть. И бухаришка. Так у чудовищ не только ближники есть. Ну вот сейчас в его колоде я увидел всего одну карту дальнего боя. Даже ни одной осадной. Просто тебе пока не попадались сильные враги. Бывай. Понятненько. Снова у меня тот же сон был. Ты убьешь всех чудовищ? Всех! Иду на шум. Да и напомню, на героев не работают погодные карты. Мы, по-моему, один раз встречались с героем. Это буквально было в таверне. Нет, несколько раз. В таверне, по-моему, один раз встречались в городе, да. Вот там было вообще неожиданностью, что самый, блин, захудалый трактирщик разнес нас в пух и прах. Откуда боги привели? Так, бухлишка у нас. А идти-то куда? Это типа староста деревни? И не подумаешь же. Странствующий крысолов. Выведи в своем доме крыс, мышей и прочих грызунов, насекомых. За дополнительную плату. Быстро и эффективно. Только природные методы безопасны для окружающей среды. Умеренные цены, результат гарантируется. Крысолов. Вот как в средневековье использовалась реклама. Распространение. Быстро, эффективно и главное, блин, вообще не вредит природе. Хворост и дрова для топки. Хорошо, но мне уже нечем его кормить. Рекс может охранять дом и сад, умеет сгонять скот. На пастбище может спать в амбаре. Если можете его взять, его приходите в Ваку. Блин. На трубе самогонку гнал к себе, выпил дьявол. Мое почтение. Что тревожит людей в деревне? Приятная деревня. Ну так, просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну так, от зимы до зимы. Мысы принадлежим. Ты офигел? Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага, так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось, коротко и по делу. Война пробудила старую силу, злую силу. Мы это слышали уже. Она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Так. Вот туда и отправляйтесь. Вот и надо потихонечку, видимо, стрим у нас заканчивается. Ютубчик чувствует.
Нужно больше сведений. Больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Все, вот и отлично. Качество восстановлено. Качество восстановилось, да. Надо бы осмотреться. Они не знают, что это за сила. Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя, потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Ну... Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Сущности, что проживают в гобелене или могут разговаривать через данного вида предмет, ну, как минимум, являются владетелями магии. Да. И что у нас по заданию? Узнать, что убивает крестьян из штейгеров. Угу. Ну так и запишем. Вот в этой области узнать надо. Ладно. Себе прощу, а поймаю медведя. Не, с ним в винт играть нельзя. А красивая у тебя весюлька. Оставь меня одного. Кровавого барона называют кровавым, потому что он безумец и чудище. Каждый день мама чарку говорила, крови если должен я не выхлеб. Буду слушаться, она меня пошлет на сладкую тропинку. Ух, как хорошо-то поиграли. Сейчас бы еще похавать, да горячего чаечку попить, и вообще отлично будет. Давайте тогда потихонечку заканчивать. Да, следующий стрим у нас будет, получается, когда? Пятница у нас суббота. Ой, пятница у нас это 1, да, марта. 1 марта у меня выпускной. Соответственно, 1 марта стримов все не будет. Стрим будет в субботу. Часов в 6, да. Смотрите описание канала, там все точно расписано. Что, когда начинаем. Да. А на сегодня все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю доброго времени суток. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, да. В Дискорд-канале подписываемся тоже. У нас выходит интересная рубрика с анекдотами, придуманная мной. Да, так что подписываемся. Всем пока. Нет, мастер, не толкайся. Тьма тьмущая, чудищ там водится. Бей, в пятницу без стрима, в субботу самый неудобный. Ну, как-то так получилось, инквизитор. Как-то так. Ладно, всем пока.